Привет, вы на канале Час Ремонта. Сегодня у нас на обзоре электрический водонагреватель Thermex ES50L. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES50L предназначен для нагрева воды в условиях отсутствия центрального горячего водоснабжения. Данная модель привлекает внимание элегантным дизайном и компактными размерами, отлично подходит для оснащения городской квартиры или загородного дома. Изделие представляет стальную емкость с двойными стенками на 50 литров. Поверхность внутреннего бака покрыта изнутри биостеклофарфором, инновационным материалом, защищающим бак от коррозии. Одинаковый коэффициент теплового расширения по всей площади предотвращает появление трещин даже при резких перепадах температуры и полном сливе воды. Гладкая поверхность замедляет размножение бактерий, создавая ощущение свежести и исключая появление запаха затхлости. Снаружи емкость утеплена 20-миллиметровым слоем полиуретановой пены, что позволяет сократить теплопотери и уменьшить расход электричества. Нагрев воды обеспечивает трубчатый погружной ТЭН, а встроенный магниевый анод защищает бак от накипи и коррозии. Рекомендуемая замена раз в 2 года. Благодаря небольшому диаметру и вертикальному исполнению бойлер занимает минимум места и идеально подойдет для маленькой ванной комнаты или кухни. Металлический корпус устройства оборудован специальными креплениями для вертикальной настенной установки. В нижней части водонагревателя предусмотрены 2 патрубка для подключения к магистральному водопроводу и забора горячей воды. В комплекте, кроме самого водонагревателя, вы получите устройство защитного отключения, предохранительный клапан, крепеж и документацию, упаковка картона. Пользоваться этим водонагревателем очень просто, благодаря интуитивно понятному механическому управлению. Встроенный термометр с большой аналоговой шкалой поможет контролировать температуру воды, а поворотный регулятор в нижней части корпуса позволяет изменять ее уровень одним движением руки. Также имеется индикация включения и нагрева. Полный 50-литровый резервуар этой модели разогревается до 45 градусов примерно за 105 минут. Предельный уровень разогрева воды составляет 70 градусов. Минимальное давление напора воды составляет 0,5 атмосфер, а верхний предел 6 атмосфер. Номинальная требуемая мощность электроэнергии данного устройства 1,5 кВт. Для осуществления своей деятельности аппарат требует стабильных параметров электрической сети, поэтому присутствие устройства защитного отключения позволяет предотвратить повышение напряжения и утечку тока. К этому стоит добавить защиту водонагревателя от перегрева и наличие предохранительного клапана для слива воды при высоком давлении. Также прибор имеет защиту от водяных брызг IPX4. Преимущества. Бак из нержавеющей стали, внутреннее покрытие бака биостеклофарфор, термометр, индикация включения нагрева, УЗО в комплекте, предохранительный клапан, класс защиты IPX4. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Через полгода нагреватель сломался. Не включился после установки. Скорость нагрева. Термометр-стрелка неинформативный. Слабые анкеры для установки, купили другие. Но есть и позитивные отзывы. Недорогой. Компактный. Хорошая теплоизоляция, при отключении от сети больше суток сохраняет воду горячей. Отличный вариант на период отключения горячей воды. Простота использования. Простота монтажа. Не грузит электросеть. Потребляет немного электроэнергии. Возможно, вы станете владельцем этой модели водонагревателя. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока.